Команда КВН Евразы представляет вам свою версию дикого отдыха. Друзья, странная картина, да? Наверное, нужно объяснить. Я стюард, мы находимся в салоне самолета на высоте 10 тысяч метров. И что самое интересное, эта история произошла из-за моей девушки. Это история любви. И началась она очень, очень давно. Так, молодежь, идите в песочницу поиграйте. Что за дела, дядя Вове пиво выпить негде? Ваня, постой! Что не так? Мы с тобой 6 лет вместе были. Еще вчера все было хорошо. Да я встречался с тобой эти 6 лет только, чтобы затащить тебя в постель. А после вчерашней ночи до свидания. Дебил. Молодой человек, а вы считаете меня красивой? И ты увидел искру в ее глазах, она такая, как и в твоих мечтах, лишь не хватает. Чуть попышнее груди, но не суть. Вы идеальны. Вы мне кого-то напоминаете? Я Евгений Маргулис из группы «Машина времени». Точно! Как ни странно, то, что я выдал себя за Маргулиса, сыграло мне на руку. Папка офигеет. После проведенной вместе ночи я признался Оксане, что никакой я не Маргулис. Тем самым спас репутацию известного музыканта. Отношения развивались очень быстро, и Оксана решила познакомить меня со своим отцом. Ты только не волнуйся, он обычный майор МВД. Ага, обычный злой майор МВД. Не переживай, сегодня он спокойный. Успокоился? Спасибо, пристав, заодно и шокер проверили. Папа, знакомься, это Вова, мой парень. Несмотря на ситуацию, отец Оксаны вел себя непринужденно. Я же решил покорить его юмором. Привет, зятек, сколько лет, сколько зим. Давайте послушаем, сейчас скажут. Чё? Тишина, суд идет. Вы обвиняетесь в превышении должностных полномочий, а именно в хищении 1 000 000 рублей. Не в свою очередь. Шучу, свою. И согласно статье 160, приговаривайтесь к 5 годам. Я понял, что отношения с отцом не заладились. Решил спасти ситуацию и удивить его своим интеллектом. Товарищ судья, стойте. Это же несправедливо. Вы забыли про отягчающие обстоятельства, ведь преступление было совершено группой лиц. Точно! 15 лет! Оксан, я так рад за тебя. У тебя такой умный, веселый парень. Мне даже жаль, что ты станешь вдовой через 15 лет. Я решил, что нам с Оксаной нужно слетать отдохнуть. К сожалению, денег на 2 билета у меня не было. Поэтому я устроился работать стюардом на тот же рейс, на котором летела она, чтобы сделать ей предложение в воздухе. Вот ты решился свое и сердце отдать, и будет свадьба, и будут гости гулять. Для вас день счастья, для них пожрать за утюг. Курица или рыба? Курица. Точно? Да. Раньше можно было нормально разговаривать. Держите курицу. И тут я увидел Оксану. Девушка, а поедем со мной в отель, мы будем пить, гулять? Мужчина. Что? Не что, я говорю, на место свое сядьте. Я тебе сейчас нос сломаю. Рот закрой, потом говори. Какая невнятная угроза. Мужики, бей хама, забирай бабу. Помните картинку, да? Наверное, вам кажется, что это безвыходное положение. Но на самом деле, по-настоящему влюбленный мужчина способен совершить чудо. Then.
Оксан, выходи за меня. Я согласна. Вот видите, по-настоящему влюбленный мужчина способен ради своей женщины совершать дикие поступки. Лезть на балкон, петь серенады. А некоторые самые отчаянные даже жениться. Забыть обиды и чудо совершить смог только тот, кто способен полюбить, как любят люди, раз за целую жизнь. Пусть кто-то скажет, что КВН не то, и что не вечно, только любовь живет. Yeah.